крупная сумма. На мой взгляд, это вообще впервые в Первоайском. Не то, что по счетам, а вообще даже в Свердловской области, насколько я знаю. Последний выигрыш, если на память изменяет, было в городе Асбесте, это касаемо почты, да, но там выигрыш составлял порядка 1 миллиона рублей. И это было 2010 год.